Мое личное мнение, что эти революции будут бесконечно продолжаться, и поэтому наши граждане правильно делают, что плюют на все эти революции и едут отдыхать, потому что никакая новая власть, будь то там исламисты, будь то антиисламисты, не позволят резать то, что приносит им доход. Независимо от власти, доход идет только от туризма. Все остальные отрасли в Египте просто почти умерли. Поэтому на сегодняшний день и армия, и полиция, и даже сами демонстранты ни в коем случае не трогают туристов. То, что западных туристов это пугает, но это их проблемы. Насколько мне известно, на сегодняшний день, по данным Ростуризма, поток в Египет не ослабевает. Я и говорю из нашей страны. И очень-очень мало людей, которые отказываются от поездок. Другое дело, что если ты хочешь загорать не только на пляже, а еще хочешь посмотреть достопримечательности в Гизе, там, в Каире, в Александрии, конечно, это сделать не удастся, пока там идут волнения. А если ты просто хочешь позагорать на солнышке и искупаться в море, никаких проблем нет.